Приветствую вас, друзья. Сегодня мы посмотрим альфа-версию игры Miscreated. Нас ребята довольно частенько спрашивали, а что там с Miscreated? Что там? А что ты скажешь? Ну вот, собственно, сегодня мы и посмотрим, что это такое. Давайте заджонимся, что ли. Посмотрим где-нибудь. Давайте, я не знаю, где побольше народу, что ли, да, чтобы встречаться почаще. Давай, и чтобы пинг при этом был довольно такой. Так как мы. Так. Хайт лут написано. Ну давайте заджонимся сюда. Будем надеяться, что кого-нибудь встретим. Не уверен я, что получится пообщаться или что-то в этом роде, как мы всегда стараемся это сделать, но думаю, будет интересно. Итак, ну что же, появились мы. Отлично. Ой-ой-ой. С нашим персонажем что-то мутит его. Почему-то он как удваивается, наш персонаж. Не знаю, что это эффект такой или что. Не знаю, вроде все остальное, вся остальная картинка вроде нормально. А вот это... Непонятно мне, что это за дух над нами витает. Ладно, нас закинуло ночью. Конечно, не лучший вариант. Хотелось бы, конечно, днем, потому что я в нее не играл лет 100, наверное, поэтому будет мне каждое нововведение в радость. Итак, там фонарик вроде у нас есть. О, фонариком довольно-таки неплохо. Атмосферненько выглядит. Мухи, слышу, мухи. Видать, где-то, быть может, эта фишка как в Дейзи в старом добром. Так, а что, можно взять этот контейнер? Нет, нельзя. А, нет, это, наверное... Да, это просто от мусора. Я думаю, вдруг человеческое тело лежит, и здесь поэтому мухи витают. Но нет, нет, обломись-ка. Ладно, пойдемте, магазинчик не особо. Конечно, светить фонарем это не совсем не дело. Вот про то, что я, кстати, и говорил, когда ребята спрашивали у нас по поводу Miscreated, чем она мне понравилась, так это своим антуражем и своими... Даже не локациями, а декорациями, которые она предоставляет нам. Так, выключи фонарик. Ну, анимация, кстати, стала почетче, потому что помню, в первое время, когда я только купил ее, анимация была, конечно, просто ужасающая. Так, это что моргает? А, это сигнал. Ой, этот, как его? Знак так моргает. Я уж думал, вдруг машина на аварийках. Было бы прикольно, конечно, да. Вот, если не ошибаюсь, сюда и стройку уже добавили. И автомобили, поэтому, я думаю, будет интересно. Как-то раз я пытался собрать автомобиль, точнее, квадроцикл. Но, в общем, пока я бегал, собирал к нему ингредиенты, когда я уже бежал с последним ингредиентом, какая-то сволочь, собственно говоря, его... Я пришел, в общем, а там уже нет его. Утащили. Так... да, voice у нас на caps lock. Отлично, удобно. Так, что это такое у нас там? Стаканчик, а взять можно? А, нет, я думаю, вдруг это баночка. Так, ладно, погнали. Да, светить фонарем, это, конечно, мы палим всю контору. Не знаю, по поводу монстров не уверен. А вот то, что людишки сбегаются на фонарь, как мухи на это самое дело, тут я, конечно, могу сказать с уверенностью. Так, ну что у нас тут? Так, смотрите-ка, это у нас шарфик, чтобы не замерзнуть. Интересно, температура проработана в этой игре? Есть ли показатель температуры, все дела? Так, я вижу внизу показатель температуры, но это температура тела, 36,9. Хм, это прям такая предболезненная, 36,9. Почти 37, а 37 температурка... Не из лучших. На себе проверил. Так, ну что у нас тут? Есть еще... О, канистра. Можно взять? Е-е-е. Можно. Отлично. Опачки. Что-то такое. Это гвозди. Мать его. Гвозди, это круто. Это веревка. Слушай. А лут-то есть? Написано было хайт лут, и поначалу что-то хайт не было. Было лоу. А теперь... Так, изолента. У нас же тут, наверное, крафт есть. Я, конечно, буду тупить с крафтом, но... Так, круженцу взять нельзя. Это взять нельзя. Карту бы еще где-нибудь найти, чтобы знать вообще, куда двигаться и какие цели. Давай-ка.
Мухи так и вьются. Так, ладно, думаю, бежать надо из этих мест с магазинами. Пойдемте вон к домикам. Думаю, можно что-нибудь поинтереснее раздобыть. Да, ну ночь, конечно. Ночь — это не тема. Так, ну что, продолжим. Давайте-ка исследуем этот дом. И вот тема такая, что здесь в настройках нету такой фигни, как в DayZ, к примеру. То есть гамму выкрутить благодаря настройкам игры нет возможности. Вот, поэтому все, я думаю, играют так же. Так, это что, колесо? Воу, слушай, крутое колесо. Взять могу? Ха, могу взять колесо. Нормально. Хорош, хороший у нас мужичок, хоть и шарфик на шее, но колесо утаскивает. Так, что у нас тут? Есть за диваном что? Чувак что-то туда лез, что-то у него там, наверное, было. Нет, нет. Скелетон лежит, не знаю, какая смерть его постигла. И кто его... У меня нет места, говорит наш персонаж. Ясен пень, нет, когда у тебя целое колесо. Давай-ка ты... Consume. Ага, захомячил. И давай еще раз. Consume. Отлично, слушай, все нормально. Давай, выпей. Возьми, точнее, колку и пойдем дальше. Вот, и фонарик по-любому надо использовать. Гамма, то есть, не поможет в темноте. А фонарик — это палево. А палево — это, соответственно, геймплей какой-никакой. Вас могут увидеть по фонарику, выследить. Там, я не знаю, подкрасться или еще что-нибудь. Ну, в общем, я думаю, это интересно. Лучше, чем когда ты бегаешь с гаммой вокруг у ночи, а ты все видишь. Так что в этом плане, конечно, Miss Created плюс. Так, что у нас тут? И спальничек. Да, и вот по поводу, конечно же, локаций, как они проработаны, мне очень нравилось то, что заходишь в дом и реально видишь, что люди тут выживали. Так, а, это мой фонарь отсвечивается. Я сразу и не понял. Вот, то есть декорации прям очень круто выглядят. Очень круто нарисованы. Вот, но их мало, к сожалению. Такие они классные, но их мало. Вот что меня больше всего печалит. Но в таких открытых играх практически каждый пятый дом одинаковый. Господи, такой звук. Так, давай-ка. Чё, все, он не может у нас. Ну давай ты, я не знаю, что это такое у нас? Антибиотики, отлично. Давайте-ка вот выпьем. А вот это дело возьмем. Да, нам бы портфельчик не помешал, но пока что я что-то нигде его не найду. Я думаю, в доме как раз-таки мы и должны найти. Что-то подобное, сумки, рюкзака или что тут в этой игре, не знаю. Так. Ну, опа, что-то такое. Очечи. Окей, одели очечи. Да, одели, нормально. Все, гуд, погнали дальше. У нас есть гвозди и веревка, не знаю. Пока что, я думаю, скрафтить из этого добра ничего не получится. А вот если мы найдем бейсбольную биту, я думаю, удастся нам... гвозди вколотить в эту бейсбольную биту, и у нас уже будет более опасное и более физически больное оружие. Физически больное. Что сказал? Так, ладно. Ну, графончик здесь, конечно, да, приятный, соглашусь. И дальность прорисовки мне очень нравится, на самом деле. Потому что, вот, да, видите, вон там вон красный домик или какой-то бордовый, не знаю, вот не видать. Вот на таком расстоянии, на котором этот дом... В Дейзи трава бы уже точно не прорисовывалась. Кусты и прочее. Вот, а там вроде бы все еще прорисовываются кустики. Траву пока не вижу. В общем, в кустиках на таком расстоянии есть возможность спрятаться. А может быть, даже и в траве. То с дальностью прорисовки, конечно, это поприкольнее дело. Плюс ко всему, я все выставил на Very High. Ну, в общем, на ультру. И довольно-таки хорошо держится игра. Так, это что у нас, попить? У нас, в принципе, все в порядке, но давайте мы съедим вот эту баночку, чтобы прям по сотке все у нас было, да? Жажда по сотке, еда 98, нормально. Вот, и оптимизация, и вообще, хоть она и альфа... О, водичка. Блин, нас нету, некуда ложить, братья. Давай сначала найдем рюкзак, а потом это будем делать... О, второй этаж. Надо было, конечно, первый полностью облутать, но да ладно, спустимся и облутаем потом. Так, а что у нас такое? Чоколад-ба. Ну ладно, чоколад мы не будем брать. У нас пока что со здоровьем все норм. Вот.
Что еще хотел заметить? Ой, там еще один этаж есть. Интересно, интересно. Давайте поднимемся. По поводу постройки, я пока что не знаю, как здесь строить и как все это дело выглядит. Баррикадирование здесь или отстройка своего собственного жилища, возможно. Но на самом деле, если было здесь баррикадирование, то есть... Так, мы здесь были, да? Вот, допустим, полки надо обшмонать. Потому что без этого дела никуда. Без портфеля мы долго не протянем. Фонарь, я как понял, он бесконечен. Вот. Да, если было баррикадирование, то есть у вас есть возможность этот дом, так скажем, заколотить окна и двери, и этот дом будет полностью ваш, мне кажется, это было бы круто. Чем строить там какой-то свой дом. Не, ну свой дом, конечно, тоже строить, это ж круто. Но просто, когда дают полную дозволенность... Опять же, вспомним Days Mod, где на эпохи такие возводили нездания, которые в воздухе висели, наплевав на все законы физики. Вот, конечно, это не прикольно. А вот когда все по чесноку, или хотя бы физика присутствует, хоть какая-то там, допустим, как в ВРК, там физика постройки присутствует и довольно-таки неплохая. Так, что не скажешь про эпоху в DayZ Mod? Так, ну я, короче, как понял, что здесь кроме пожрать я ничего не найду. Газировки, я смотрю, тут каждый в доме очень любил газировочку попить. Очень любил он персики, я как понял. То, что вот мы съедаем постоянно, это персики и газировка. Вот в этом плане пока что разнообразие еды пока не радует. То есть, либо консервы, либо газировка. А, ну вот еще шоколад мы нашли, бутылку воды еще находили. Ну, в принципе, неплохо. Так, надоело мне шариться. Перепрыгнешь? Давай, братан. О, он перепрыгнул, круто. Вот, надоело мне шариться по домам. Что-то ничего нету. Давайте, very high loot написано было. Ну, наверное, народу просто много и... Да, господи. Мужик. Не хочет, а? А, вы устали, что ли? Да, наверное, стамина кончилась. Только показатели стамины я что-то нигде не... Быть может... Это и не стамина была вовсе. Но... он умеет прыгать, наш персонаж. Что, опять же, в сравнении... Так, свечи. Ну, мы пока еще тачку не нашли, поэтому свечами... Хотя у нас еды навалом, да, ребят? Давайте, я не знаю, газировка. Иди ты отсюда. Я и без газировки как бы нормально... О, тихо, что это такое? Перчаточки. Нормально, гаражик мне уже нравится. Да, ну и дальше поперли такие же дома, собственно говоря. Вы уже могли увидеть, да, что те дома, которые они друг на друга очень и очень похожи. Ну, изнутри, по крайней мере. Братан, ну перепрыгни уже, я тебя умоляю. Белый забор, ну хотя бы перелезь. Очень забавная штука, мне понравилась вот эта вот. Сейчас покажу, где ты? Так, удар кулаком. Где же ты? Ой-ой. Флэш, давай подними, ладно. Удар ногой что-то я не нашел. В общем, тыкал все подряд, когда проверял, какие что клавиши. А, искал инвентарь вообще. Вот, и совершенно случайно наткнулся на удар ногой. Довольно прикольно. И, кстати, вот по поводу света мне нравится, да? То есть темно... Блин, что-то посторонние шаги послышались. Но нет, это только послышалось. То есть из-за лунного и звездного света улица освещена. Все красивенько, а... Сюда заходишь, и тут прям кромешная тьма. Просто в Дейзи, если не ошибаюсь, прям вот... Нет, не буду ничего говорить, мне кажется, я ошибаюсь. Так, ну что, мы найдем здесь сегодня портфель или что-то в этом роде? Потому что мне уже совать припасы некуда. Так, бутылка воды, ладно, с водой у нас пока все нормалды. И, судя по всему, проблем у нас с этим не будет. Потому что в каждом доме мы находим с вами по две, а то и... Что это там приподнять нам? 9 миллиметров раундс? А где? Я их не вижу. Ладно, оки-доки, давайте-ка... Я не знаю, что такое. Вот выкинем изоленту. Я пока не знаю, как ее юзать. Поэтому возьмем лучше 9-миллиметровые патроны. Они нам могут пригодиться. Итак. Предлагаю подняться наверх. Видите, да, очередной дом. И у него планировка... Ну, в общем, все то же самое. Хотя вроде бы снаружи он выглядел немножко по-другому. Очень сложно в открытом мире сделать большое количество
разнообразных домов. Точнее, не сложно, а, наверное, я даже не знаю. В принципе, нарисовать-то, я думаю, ну, есть возможность, просто лень. Не знаю, я не разработчик, говорить не буду. Так, вот как мы видим, да, корн, а, корн это кукуруза, а это пичес. Это у нас, как я понял, это персики наши, наши любимые персики. Так, ну что, в принципе, я как понял, кроме жрачки здесь хрен что найдешь. По крайней мере, на протяжении 5-6 домов, кроме как пожрать, я ничего здесь не нашел. Поэтому давайте будем искать какую-нибудь кусточки как-то шевелились. Странно. Будем искать какую-нибудь альтернативу. Какой-нибудь гора. О, смотрите-ка, пролезет в щель. Да, конечно. Ага. Нет, ну вот это, конечно, немножко расстраивает. Было бы прикольно, если бы он, ну, в щель пролез. Как бы по размеру-то он подходит. Я вот не могу никак. Мне приходится, смотрите, перепрыгнуть я не могу. Не знаю, либо потому что у меня руки кривые, либо потому что криво сделано пока что. Вот. В щель пролезть не могу. То есть, тактически мне придется обязательно оббегать забор. И в PvP это, конечно же, огромнейший минус. Потому что все знают, что, допустим, он побежал там забор, и он никуда не денется, ему так и придется возвращать. Это неприкольно. Так, перепрыгнешь? Бро, перепрыгивай, урод. Блин, ну вот согласитесь, декорации и вообще сделано довольно классно. То есть видно, что мир уже довольно-таки давно без человека, и вы видите, природа берет свое, то есть кусты, заборы зарастают, машины также зарастают. Они уже, кстати, ржавчиной покрылись. Сколько лет прошло, интересно, с момента дня Z, или как это можно здесь назвать. То есть, видите, да, все заросло, и прям, блин, вот эта атмосфера, когда природа поглощает человеческие постройки, впрочем, мне на самом деле очень все заросло. Блин, выглядит круто. Жду Дейзи такого. Нам вроде бы там обещали. Так, ладно, ну сегодня мы играем в Miss Created, а не в Дейз, поэтому погнали искать что-нибудь полезное. Так, довольно-таки уютный такой пятачок. Пятачок. А есть еще в тачках? Мне кажется, там ничего не будет, но... Ладно, нету. Давайте зайдем в этот домик. Мне кажется, у него есть гараж. Меня вот именно он интересует. Смотрите-ка, домик такой, мы такого еще не видели. Так, это у нас фляга. Фляга, контейнер для жидкостей всяких разных. Ну, для воды, скорее всего, просто-напросто. Так, это что у нас? Редиска. Редишер. Редишес. Редишкин. Редискин. Давай, поехали дальше. Ну вот, новый лутец в новом здании обнаружили. Так, давайте поднимемся наверх. Меня, правда, больше всего гараж интересует, но так как мы в здании подобного типа еще не были, очень хочется осмотреть его. Видите, да, матрасы, люди выживали, кроватей нету, наверное, уже сожгли их, чтобы развести огонек и погреться или приготовить себе пищу. Вот тут кровати еще остались, тут вот без матрасов. Странно, а почему они... О, смотрите, да, спальный мешок и фотография. И лампа, не знаю, включали ли лампу. Ну, в общем, кто-то ложился спать, смотрел на фотографию и, ну, в общем, атмосферная тема. Так, что это у нас такое? Это маска на хлебалушка. А где персонаж? Если не ошибаюсь, здесь должен быть персонаж. Ну, ладно. Также наш персонаж не умеет ложиться. Я уже попробовал, ложиться у него не получается. В детстве не научили. Не знаю почему, но да ладно. Так, где мы тут не были-то еще? Вроде бы везде были, в туалете были. Все, валим отсюда. Что-то какой-то на улице шум, такое ощущение, как будто там дождь. Как-то... А нет, это, судя по всему, ветер так шумит, но шумит достаточно громко, я бы сказал, очень громко для обычного ветра. Так, что у нас здесь? Есть что, ребят? Ни оружия, ни хрена, вообще ничего нету. Свечи. Что мне с этими свечами делать, мужики? Дайте мне хоть дубинку какую-нибудь. О, да господи, да ладно, вы издеваетесь, реально? Дробаш? Ну вот это уже совсем другой разговор. На что дробаш доставать? Надо... Так, давайте посмотрим.
Дробаш у нас на единичку, на тройку веревка. Хм, интересно. А что с веревкой делать? Как веревку можно использовать? То есть, взяв в руки, ее можно как-то использовать. Но я пока ума не приложу, как. Так, ладно. Сомневаюсь, что благодаря веревке куда-то можно подняться или что-то в этом роде. Как-то ее в этом плане использовать. Так, ладно, все, погнали. Как мы видим, да, гараж нам приносит намного больше радости, чем остальные здания. Так, что у нас здесь? Корзина с грязью, мать ее. Кладовочка, фига себе, две стиралки. Че, вам одной не хватало, что ли? Ну да, дом большой, семья, наверное, большая жила здесь. Так, что это у нас такое? Джоста. Ну, понятно, в общем, съедобные. Всякая хрень, нам она не нужна. Канистра также. Давайте я предлагаю ту канистру, которая у нас есть, ее тоже выкинуть, как бы. Потому что, ну, не знаю. Пока у нас ни тачки, ничего нету. Гвозди. Есть у нас гвозди, не надо нам еще. Так, опа. Блин, опять эти свечи, будь они прокляты. И наши тоже давайте выкинем. Лучше... Так, опачки. Это у нас что такое? Так, это у нас материал тарп. Понятно. Прям как... Выглядит прям как в этом. Забыл уж, как игра называется. О, что это такое? Смотрите. Canned meat. Это у нас получается консервированное мясо. Давайте сожрем его. Отлично. И газировку, на, раз уж на то пошло, выпьем сразу. Давай. Consume. Consume. Все, погнали. Есть у нас антибиотики, но... Ох, шапочка. Интересно. А вот как мне ее... Ага, кастомизация, мать ее. Какая-то растаманская шапочка. Давайте ее возьмем. Прикольная такая. Так, ну что, валим отсюда. В общем, мы кушать не хотим, пить не хотим. Все нормально у нас. Я как понял, этот тент, который мы нашли, благодаря ему в своем... Ох, ё, вы посмотрите-ка. Тут мишень стоит. Кто-то тренировался здесь по мишени стрелять? Так, ну и кто здесь тренькался, может быть? Да. Я как понял, это это двор вот этого дома, но там патронов, ничего этого не было. Жалко. И вновь мы не можем перепрыгнуть забор. Будь ты проклят, ну реально. Нахрена нужен прыжок, если перепрыгнуть нет возможности. Да. Ладно, погнали. Температура тела спустилась до 36,6. Тело, здоровье спокойное, все нормально. Так, ну что? По-прежнему еда. Вот в этих домах, я как понял, кроме еды хрен что найдешь. Поэтому предлагаю валить сразу и... Вот, кстати, мы не заходили, кажется, в дом с крышей кэп-аут. Здесь ребята предупреждают о том, что не входить. Возможно, у них было оружие для самообороны. Давайте-ка посмотрим. Быть может, они захотят с нами поделиться. Еда. Так, ну, судя по скелету, недолго они оборонялись. Одна дверь заколочена. Да, дверей также нет. То есть закрывать какие-то двери, открывать, что-то вот это делать, нет возможности. Так, что у нас здесь? Здесь... О, боты, мать моя. Ботинышки. Так, а у нас с вами были простейшие кеды, поэтому давайте, конечно же, оденем ботинки. Они в состоянии отличном. Так что норм. Это фляга, нам она не нужна. В принципе, из провианта и прочего нам пока вообще ничего не надо. Нам самое главное, вот, хоть портфель найти и... Так, это что у нас? Еще одни перчатки. Да у нас уже есть, не надо. Что нам? Вторую пару перчаток поверх одевать? Не гоним мы. Давай, не мерзнем мы так сильно. И шапка-то не обязательно. Да, давайте попробуем от первого лица. Ага, все, понял. Давай, погнали. Давай-ка вырубай фонарь. Итак, можно присмотреться. О, гаражи. Нам в гаражи. Уж тут-то, я надеюсь, два гаража подряд. Давайте, родные, помогите. Да куда ты бьешь-то? Возьми фонарь. Так, еще одна веревка. Не знаю зачем, давайте пока что возьмем. И все, больше ничего нет.
Больше ничего. Баллоны кислородные, но... Да. Обчистили уже эти гаражи подчистую, и ничего здесь не найти нам, я чувствую. Вот там я вижу какой-то... Блин, я вот реально заходить во двор в чей-то уже у меня нет желания. Из-за того, что я знаю, что, блин, придется потом все это дело оби... О-о-о, тачка. Выглядит прикольно. Что у нас здесь, смотрите-ка. Stay in groups or ride alone. А, or die alone. Не знаю. Оставайся в группе, типа один умрешь или что-то в этом роде. Может быть, не знаю. Англичанин из меня, конечно, так себе. Ну давай, браток, перепрыгни. Заборы, мать его. Вот реально, зачем тогда придумали прыжок, если нет возможности перепрыгнуть нормально? Так. Давайте фонарик выключим. Тут, в принципе, еще светло. Что это такое лежит на дороге? Что это? Это кипарь. Прикольно. А что делает кипарь на дороге? Мне кажется, его выкинули. Нет, шапка мне больше нравится. Ну и что? Город пока что меня больше ничем не манит, по большому счету. Что в нем делать, я пока не представляю. Из города надо валить. Куда валить, я пока не в курсе, потому что с картой у меня проблемы. Карт нету. Также валить из города без вооружения было, конечно, не прикольно. Я бы, конечно, хотел... Что такое? Алкоголь. Рубинг. Конечно, можно было попробовать хлебнуть, но боюсь, что... Я сомневаюсь, что здесь проработано алкогольное опьянение или что-то в этом роде. Скорее всего, мы просто траванемся и будем терять жизненные силы. Ну уж нет. Спасибо, извольте откланяться. Ого, все заросло, смотрите как. Кустами прям поросло. Не знаю, так сделано? Или это просто так растения рандомно встали? Но, блин, выглядит круто. Выглядит реально круто. Так, ну что тут? Есть чем поживиться-то? Ну, на кухне, понятное дело, лут только съедобный. Так, это у нас, не знаю, рожа знакомая. Сосед мой, что ли? Так. Где? Где подъем наверх? Ну что же... Ну, как обычно. О, бинты. Бандаж. Это нормально. Это хорошо. От бандажа хоть польза есть. Если вдруг что. Вдруг мы встретим какого-нибудь. Это что такое у нас? 5 стрел. Слушай, прикольно. Арбалет, значит, есть. Давайте-ка посмотрим, что можно выкинуть. И так, давайте вот этот тре-тарп выкинем. Веревку вторую тоже выкинем. А вот стрел-то возьмем.